предстоящем сезоне хочу пожелать хоккейному клубу «Югра» интересных матчей, поскольку для болельщиков, для всех нас это самое главное, чтобы мы увидели красивые голы, красивые победы. А любая победа для спортсмена-профессионала – это самое важное, к чему он стремится в этой жизни. Поэтому все наше спортивное сообщество будет наблюдать за вашими матчами. И, конечно же, мы всегда будем проявлять заботу о вас, будем болеть, ходить на матчи. И я очень надеюсь, что вы почувствуете нашу близость к вам, и это поможет вам победить. Привет, Югра! От хоккейного клуба «Енисей» хочу пожелать вам отличного сезона, здоровья, без травм. Это очень важно в нашей профессии. Хочу пожелать вам замахнуться на Кубок Гагарина, на оставить перед собой максимальные задачи. Красноярск с вами! Слышь, хоккейный клуб «Югра» желает хоккейному клубу «Югра» начать удачный сезон, красивых, красочных побед, волевых. Болельщики за вас болеют, надеются и верят. Удачи вам, ребята, поменьше травм, побольше побед. Парни, желаю вам без препятствий достигнуть своей цели, ворваться в плей-офф. Пусть удача будет на вашей стороне. Мы с вами, мы болеем за вас. Ребят, желаю вам победной игры, радовать нас, своих болельщиков, ярких, захватывающих матчей. И помните, вы лучшие. Уважаемый хоккейный клуб «Югра», я желаю вам отличного сезона в КХЛ, чтобы у вас вообще все получилось, чтобы вы всех выиграли. И помните, что не бывает побед без поражений, и что не бывает плохого опыта. Хорошего вам сезона. Ребята, я желаю вам хорошего сезона, мы в вас верим. «Югра» за вас, поэтому ждем от вас яркой, интересной, бескомпромиссной борьбы. Желаю всем удачи, и чтобы сезон обошелся без травм. Поехали! Удачи в бою!